Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим заднюю камеру на iPhone 6S Plus. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Далее отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Это необходимо сделать металлической лопаткой, либо пластиковой. Не рекомендуем использовать присоску, так как вы выдираете из корпуса дисплейный модуль. Открыли. Откручиваем несколько винтиков. Вынимаем металлическую защиту и отщелкиваем шлейфа от печатной платы. Делайте это аккуратно. Отщелкиваем. Теперь нам необходимо открутить еще несколько винтиков. Вынимаем металлическую защиту камеры и отщелкиваем шлейф камеры от печатной платы. Вынули неисправную камеру и устанавливаем новую камеру. Подсоединяем ее к печатной плате. Надеваем металлическую защиту, прикручиваем ее. Прикрутили. Теперь нам необходимо подсоединить дисплейный модуль к печатной плате. Защелкиваем шлейфа. Устанавливаем металлическую защиту. Далее прикручиваем ее. Если на вашем аппарате не работает задняя камера, то ее замена вам поможет в 90% случаев. В 10% случаев проблема может быть иная. Это попадание влаги, либо проблемы на печатной плате. Защелкиваем дисплейный модуль. Прикручиваем два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как заменить заднюю камеру на iPhone 6S Plus. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.